Ребят, всем привет! Вы на канале Частный дом. Сейчас вам хотел, ребята, показать. Ну, точнее, эти ворота уже давно сварил. Просто такая, ну, скажем так, приспособа, да, которая закрывала, чтобы ворота вот раздвижные. Вот эту ручку приварил, чтобы не нагибаться постоянно. А вот так вот раз взял, поднял ее. Все. Вот. И вот так вот открывается ворота. Вот. Вот она. Вот такая вот. Что она делает, ребят? Она, видите, вот такое спускается вниз. Вот. Сейчас еще ближе покажу. Вот. Все просто здесь вообще. Вот она. Пошел ролик. Потом он по трубе поднимается, поднимается. Раз, потом опускается. Вот и все, и зафиксировались. То есть уже от ветра никуда его не сдует, эти ворота. А сверху они, получается, зашли вовнутрь. Вот. Ну, так вот намного удобнее открывать. Давно хотел сделать. Чтобы, ребята, ролик туда-сюда не ходил, да, вам вот здесь вот надо зафиксировать его, чтобы она именно в таком положении стояли. Ну, здесь соплю просто сделать буквально, и все. Вот она так делается. И смотрите, какой момент. Лучше использовать вот такие вот ролики под уголок 90, под 90 градусов уголок. Это получается весь ветер, пыль. Не будет, она будет, ну как и все будет непосредственно слетать с этих рельсов. Вот эти намного удобнее. То есть два достаточно ролика вот таких по 90 градусов. И ворота у вас будут очень легко и легко открываться и закрываться. Вот смотрите, даже вот легким движением руки, да, я вот делаю. Также непосредственно и обратно. Вот. Все. Вот такие дела. Ладно, ребята, всем пока.